Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. К сожалению, предыдущая серия по черепашкам у меня не записалась. Помимо этого, еще не записался Юрский мир и Всадники Олуха. Вот так вот, ребята. Не знаю, что случилось с Shadowplay'ем. Короче, он записал только голос. Видео, к сожалению, нет. Ну что же, что я могу тебе сказать? Во-первых, я попытался, ребят, пройти Усаги против хитрости, но вот здесь у меня не хватило, потому что бойцы слишком слабоваты оказались. Вот, что у нас еще интересного? Ну, в принципе, ничего, единственное, что я хочу посмотреть, где нахожусь. Так, Лига Мастеров, 2 звезды, 93 позиция, ой-ой-ой, друзья мои, 8 откатов, ёк-макарёк. Слушай, давай я тогда быстренько, прям вот пулей попробую сегодня добежать до Лиги Мастеров 3 звезды. Я, правда, честно говоря, дойти-то, может быть, до 3 звезд дойду, но мне-то нужно, извини меня, попасть в топчик. Так что, ребят, сейчас мы вот это как раз-то и будем лицезреть, получится у меня или нет. Так, ну что же, давай возьмем 1, 2, 3 слабачков. Ох, сейчас будет. Ну, в принципе, тут-то что, поначалу будет все нормально, ребят. Армагон плюс Супер Шреддер, они никого здесь не оставят. Вот, так что давай бомбанем. Тут еще, ребята, 2 дня никакого настроения не было снимать, потому что тут у нас, сами понимаете, да? И что творится, и эти обложили нас тут санкциями и тому подобное. В общем, трындец. Я не знаю, ищу аналог Ютубу, ребят, ну нету, я не знаю. Яндекс.Дзен, но там тоже какие-то свои, не знаю, геморрои. В общем, буду пока здесь. Единственное, что, возможно, придется перейти на стриминг. Но, опять же, с моей работы, как я буду стримить? Сам понимаешь, да? По 12 часов работать, приходить домой и что-то еще стримить. Ну, такое себе. Тут я могу записать спокойненько и выложить в любой момент, независимо, сегодня или, например, завтра или послезавтра. На стриминге так не получится. На стриминге ты должен быть как огурчик. Единственное, что можно, конечно, без камеры, но все равно. Есть же какие-то дела, иногда могут позвонить или отвлечь в этом процессе. Это постоянно обрывать, но тоже, знаешь, как бы такое себе удовольствие. Так что вот такие, ребят, беды. Так, ну что, 73 место. Пока 73 место. Давай мы с тобой попробуем вот эту вот команду разобрать. Возьму здесь Леонардо и опять же возьму Супер Шреддера. Пока пытаюсь своими силами. Единственное, что вот у меня есть долларов на 10 откатов. На 10 откатов. 10 откатов, если даже на 2 сделать, это всего 5 боев. Что такое 5 боев? Это вообще капля в море. А почему, ребят, сегодня ускоряемся? Естественно, потому что завтра будет уже понедельник. И, кстати, завтра последний день, друзья мои, отпуска у меня. Так что видосиков будет меньше. И, скорее всего, видосиков будет меньше на втором канале. Хотя, честно говоря, игрушки, которые я там планирую и, в принципе, собираюсь проходить, довольно прикольные. Так что тут придется выбирать. Можно, конечно, сделать так. Один видосик там, да, например, по той же самой Shossware Tokyo, да. И, например, один видосик тут, по любой игре. Тогда можно, в принципе, уложиться, но опять же. А хотя, ты знаешь, можно даже. Сейчас мы ничего не теряем, монетизации у нас нет. Будем чисто в свое удовольствие бомбить, да и все. Да? Нам спешить некуда. Просто, как говорится, развлекаемся в свое, так честно говоря, удовольствие. Так, ну что, погнали. Начнем бомбить. Окей. Так, давай, наверное, я выпущу волну. И, в принципе, это и большая жирная точка будет в их жизни. Но продвигаемся мы, конечно, медленно. Очень медленно. Ты посмотри, мы только... Какая там, 50-я будет позиция? Ё-моё, 58-я только лишь. Я, наверное, сразу заранее приобрету. Твою ж дивизию. Можно, конечно, еще ежедневки сейчас пройти. Тут тоже... Заработаем, видишь, 5 откатов. Ну да, 5 откатов к нашим 15 будет 20. Ладно, давай быстренько пробежимся. Так, у нас здесь серия испытаний.
Раз, два, три, четыре, пять. Ну, такую команду я взял. В принципе, ничего сложного здесь нету. Ванька один. С своими кастетами. Причем кастеты у него как-то очень странно лежат в руке, вот я замечаю. Они лежат на тыльной стороне ладони. Если приглядеться, на тыльной стороне ладони. То есть не там, где они даже на косточках быть, ну хотя бы на ударной вот этой части кулака, а на тыльной. Да. Ну что, давай, Ванюша, угости их. Бамс. Ну не все упали. Не все. А вот теперь все. Ну что, серию испытаний мы прошли. Соответственно, за это мы получим награды. И дальше продолжаем искать. Нам нужно, насколько я помню, приманки для маузеров вроде бы, или что там. Что-то нужно искать, что очень плохо ищется. Так, открыть колоду. Открываем колоду. Здесь нам выпадает опять же Бакстер Стокман. Вот такие вот дела. Ну вот, сразиться в поединках. То есть выбираем нашего крысиного короля. Ищем, что нам нужно. Дорожные знаки. 7 штук. Ну ладно, давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И последний. Последний, говорю. Вот, семь. Все, ребята. Знаки нашли. И, соответственно, прокачиваем до шестой ступени крысолова. Отлично. Так, превосходящий разум. Два. 3D очка нужно найти. Ага. 3D очка. Одно нашли очко, второе нашли. Все, ребят. Остальное будем уже искать в следующей серии. Так, забираем. Поднимите уровень персонажа. А у нас мутагена маловато, не хватит. Ладно, тогда продолжаем арену. Ребят, продолжаем арену. Так, дайте мне, пожалуйста, 17-24. Ведь, по идее, должны дать. Потому что по уровню, в принципе, подходим. Но нет, они опять упираются рогом, как ты видишь, и ни в какую не хотят мне это все. Во! Вот оно. Беру, короче, у Сани, беру, опять же, нашего супершреддера. И раз, два, три. Слэш, кожеголовый и бибов. Ну что, эти-то ребята знают толк. Кроме Слэша с бибобом. А вот я имею в виду и кожеголовый. Что мы делаем? Усаги, ты зачем так сделал? Ё-моё. Так, ребят, огромное... Блин, он еще снимает этот, а. Ребят, огромная была ошибка. Усаги, он не стал делать... Чего? Ты видел, сколько он отнял здоровья? Вот это да. Так, это у нас хил, насколько я помню. Так, хильнулись. Но на коже голового нет смысла, ребята, брать провокацию. Я думаю, все это понимают. Усаги, будь добр, а? Пропиши, пожалуйста. Так, ну что. В принципе, Донни не жилец. Должно быть именно так. Прикинь. Ну-ка, если так бомбанем. Раз. Отвали, Донни. Вот, ребята, заговорился опять же. И видите, самый первый удар Усаги у меня сделал обычный. А должен был сделать вертушку. Но, слава богу, здесь мы как-то выкрутились из этой ситуации плохой, так скажем. Так, ну что, 49-я позиция. 49-я позиция. Я хочу получить, опять же, 17-24. И я вижу такую бригадушку, такую команду. Я возьму здесь, опять же, Шреддера. Возьму Донни. Возьму Зека, Макмана, Рафаэля. Вот так вот. А это еще, прикинь, это мы только в 3 звезды попадем, а там еще нужно будет бежать. Блин, не хватит у меня, наверное,
ни откатов, ни ребят для таких делов. Что будем тогда делать, друзья мои? Завтра понедельник. Это если только завтра с утречка вставать пораньше и добивать. Ну, нам не обязательно даже топовое место. Нам просто нужно находиться именно в лиге самурай... Ой, в лиге мастеров 3 звезды. Понимаешь, да? 39-я позиция. Здесь-то мы зайдем, да. Тут уже все, как говорится, предначертано. Мы окажемся, где нам нужно, но такой расклад меня не устраивает по-прежнему. Так, так и вот так. Возьмем. Тут еще, в принципе, два поединка можно отыграть на одном шредере. Так, ну что, давай, наверное, уклонение делай, Майки. А что? У нас выбор невелик здесь. Так, шипы. И нам нужно с тобой, наверное, да, уничтожить слэша. В плане, Донни, я не понял, ты почему не упал? Эй! Вот ты жук. А, у него броня еще была. Он броню себе настакал. Ну что же, ладно. Здесь мы тоже одолели наших противников. Смотрим, куда мы перемещаемся. С 39 места переходим на 28. Так, ну что, обновляем. Обновляем до тех пор, пока мы не увидим здесь 17-24. И видим. Так, и вот здесь уже. Слушай, ну тут противники еще такие злючие, а это посмотри. Крис Брэдфорд. Тут, видишь, слэш, муха у них. Ладно, я рискну. Ну, естественно, слэш, ребята, своей массовой атакой круговой. Плюс муха, которая на отхиле сидит. Уж не знаю, что получится у Шреддера здесь. Так, муха на постепенку попала, да? Так, вот слэша нам нужно пробить, если честно. Есть. Так, упал и... Сплинтер, да. Ребята, у нас здесь все получилось хорошо. Ну, вы сами только что видели. Но все равно я немножко переживал, нервничал. Не буду скрывать. Так, с 28 позиции мы переходим на 18. То есть 10 ступенек пролетели, да? И вот у нас команда есть. Так, у нас 16 откатов. 16 откатов. Это если по 2, получается 8. 8 поединков я могу отыграть. Слушай, ну 8 поединков, это, ребята, где-то половина. Получается, половина, ну, 50-е, может быть, 60-е место в Лиге Мастеров 3 звезды. Вот я так примерно рассчитываю. Можно, конечно, будет еще потом поздненько поиграть, мне лично уже за кадром, чтобы... Или завтра с утра рубануть, чтобы уже топово зайти на место, ребята, как говорится, и подготовиться к бусту. Потому что завтра... Ну, сам понимаешь, завтра у меня крайняя смена... Ой, крайняя смена. Крайний выходной, ребята, и все, и потом я на работочку пойду. Отпуск закончился. Причем, блин, отпуск... Он, как тебе сказать, как сам отпуск, если брать, то он был хорош. Но то, что в мире творилось, это, конечно, ребята, вообще не айс. Это коснулось и у нас на работе, потому что мы все работаем на импортной зарубежной технике. А как ты знаешь, сейчас под санкциями все попало. Техника сейчас начнет ломаться, соответственно, чинить ее будет некому, аналогов у нас нету. Наверное, пойдет сокращение мест и тому подобное. Скорее всего, придет именно к этому. Если какая-то, конечно, ситуация в мире не изменится. Вот. Так что, ребят, не знаю. Как говорил... Кто там говорил? Не знаю, кто там говорил. Поживем, увидим. Поживем, увидим. Так, ну что, давай, наверное, возьмем вот этих вот ребят. Так, опять же, возьму Армагуна. Возьму Супер Шреддера. Раз, два, три. Ну что, надеюсь, мы все-таки дойдем до 50-го места. Уж очень хотелось бы. Потому что два дня не играл. Ребят, ну и настроения не было. И то, что видосы не записались, мне это вообще подбило в корень. Так что еще моя компания, моя медиасеть, она перестала мне выплачивать деньги за мой контент. Потому что попали под санкции, я не знаю, что теперь делать.
именно с каналом. То есть и перейти не могу, и деньги не зарабатываю. Как бы вот так вот. Ну, денег там, конечно, не так много и было, но все равно, ребят, понимаете, как говорится, на хлеб-то хоть что-то падало, а сейчас вообще ничего не выпадает. Они не выплачивают мне, просто-напросто сказали: все, парень, извини. О чем делать? А вот ждать, когда что-нибудь изменится в мире. Но я так понимаю, ничего в лучшую сторону у нас не изменится, понимаешь, да? Так, Леонардо решил захиляться. Я не знаю, ребят, поможет это ему или нет. На нем висит же постепенный урон. Постепенный урон-то висит, но мы ему ничего не можем сделать, понимаешь, в чем дело? То есть я вот тут колупаю, а ему по барабану. Так, слушай, ну в принципе тогда все. Тогда ему крышка. И мы двигаемся дальше. Смотрим сейчас, на какое место мы переместимся. 70... Подожди, мы были на 79-м, перепрыгнули на 77-е. Вы что, издеваетесь, что ли? Ребят, я всего лишь две ступеньки пролетел. Ну это по ихним расчетам. Как такое может быть? Ну вот как, ребята, может быть такое? Две ступеньки, я всего пролетел. Сыграл целый бой, тут как минимум 5 должно быть ступенек, а они мне всего 2. Вот это, конечно, парадокс. Ладно, поехали. Так, я не знаю, сегодня, наверное, еще будут у нас всадники Олуха, ребята, скорее всего. Плюс Юрский парк. Наконец-то я Индоминуса вывел, друзья мои. Да-да, он у меня там уже есть. 10 уровня. Вот, что еще. И, наверное, на втором канале, ну, запишу-то запишу видео, а вот когда оно прорендерится и когда оно выложится, я не знаю. Ну, опять же, ребята, Shostwear Tokyo и, как всегда, наша мутация. Если кто еще до сих пор не знает, где у меня находится второй канал, ребята, то в шапке канала есть там в уголочке, в правом, в нижнем, на шапке канала, ссылочка именно на мой. Или же перед началом видео, как вы видите, там рекомендация в правом верхнем уголке будет выходить на мой второй канал. Но там, еще раз повторяю, там чисто игры на ПК и консоли. Так, ну что, 66-я позиция была, становится 55-й. И два поединка у нас еще в запасе. Слушай, ну в принципе, ребят, нормально. Завтра я еще чуть-чуть подкорректирую, и мы точно будем на первом месте. На первом месте, и, соответственно, мы уже будем готовы к бусту. По возможности, конечно же, надо попробовать начать буст именно по откату. То есть, ну, в 4 часа, как он происходит. Или в 3 часа, я уже не помню, чтобы мы уже были, как говорится, готовы. Так... Сразу минус двоечка. Упали там боковушечки. И Армагон делает жирную точку в этой эпической истории. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас последний на сегодня поединок. Так, какое там? 40-е? 46-е. Последний на сегодня поединок. Это у нас, ребят, вот, наверное, так будет выглядеть. Супер Шреддер, Леонардо. А, не будем туда далеко идти. Давай возьмем вот здесь. Раз, два, три. Вот таких вот бойцов. Так, сегодня, надеюсь, на событии во всадниках Олуха мы сможем набить нужное количество нам древесины и поставить, наконец-то, прокачиваться кузню. И спасибо большое за комментарий, что она будет у нас делаться 2 дня. На самом деле, не очень, да, мало так, 2 дня. Ну да ничего, потерпим. Мы недели терпели, да? Так, ну что, ребят, 35-я позиция, ну, я считаю, неплохо. Так, здесь у нас поднять уровень персонажа. У нас хватит, интересно, мутагена 28 тысяч, а на Макмана нужно 26. Да, друзья мои, получает он 91 уровень. И мы забираем здесь наши награды.
помимо этого, я еще хотел потратить жетоны. У нас же жетоны, не забывай, есть. Точнее, жетоны. О чем я говорю? Сыр, сыр потратить на жетоны. Пофармить, попробовать. Так, Донателло видение, Микеланджело видение, Леонардо видение. Почему-то когда... Почему-то когда, ребята, я их... Прикинь, не все мне выпали. Почему-то когда я их фармил в свое время, да, мне не выпадали вот так вот все. Мне выпадали жетоны. Когда я начинаю фармить жетоны, мне выпадают персонажи. Где логика? Я не знаю, ребят. Так, ну что, у нас вроде бы все. Пока я здесь больше... Так, это мы... Сделаем так. Обменяем. Здесь тоже обменяем. Просто, чтобы ребята, они стояли как... Должным образом, кто сильнее, а то они... У кого больше вот этих вот ДНК, тот стоит всегда на первом месте. Все, больше я пока здесь ничего сделать не смогу, да в принципе и не нужно. И будем уже, ребят, прощаться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.